Вот он, рок-клуб популярный, где я первый раз вышел на сцену. Привет, у тебя холок такой на голове. Поправь прическу. Вот мой дом. Вот второй роддом, где я родился. Она, ты ей в душу так влезла, что... Не погоди, она в душу. Моя доченька. Ну все, короче, я попер. Всем огромный-огромный привет. Это Ольга Самарина. Приди, покойники Юры. Решение о публикации данного видео, которое сейчас увидите, нам всем вместе далось нелегко. А тебе хочу добавить про коллекционера. Его поступки ничтожны. Они оскверняют память о Юре. Я знаю, что этот человек продавал видео. Бог ему судья. А что он хочет выложить аудиозапись со мной? Это записано все. Пятачка. Тайком. Считаю это мерзким, гадким. Чего хочет добиться этот Слава, не знаю. Надо заявить о себе. А вам, ребят, огромное спасибо. За память и любовь к творчеству Юры. Спасибо Сашке Шульцу за возможность высказаться. С уважением, Ольга Самарина. Вот здесь я обмакнулся. Жара. Пивка бы. Ну все, короче, я попер. У нас забито все. Thank you.
Рэк должно быть, да? Оль, кастрюлю брать сразу? Кастрюлю? Да. Конечно, надо, наверное, все сразу. Наверное. Помнишь, что я в последней съемке здесь когда сказал, оператор пьян, кажется? Ага, ага. Не, здесь природа, конечно, классная. Сейчас, Костя, я воды сюда принесу. И даже не выключил. Выключил, ты сейчас сам включил. Ты выключай. Андрей, что там? Ну вот так чуть не упал. Это ставит, идет пиво. Смотри, все. Снимай побольше все, потому что когда будут продавать, воспользуемся записью. Ну сюда вот так вот. Смотри, все бутылки целые. Мне кажется, все. А вот это целое? Открой вино, а? А чем? Стопор нет. Юр. А вина только одна бутылка? Семь. Семь? Да. Юра. Привет. У тебя холок такой на голове. Поправь прическу. Надо спросить у деда, он принесет, что там. Слышишь? Да, ему пальцем. Не протнешь ты это. Тем более, если у нас мы нет... тогда на улице также ездили на шашлык, такие бутылки брали, проткнули. Ну не знаю, смотри. Ну какой-нибудь палочкой. Да он дедушка, спроси. Угу. Если не открыть хотя бы форточку. Ну, ночью, мне кажется, будет прохладно, холодно. Ну, понимаешь, здесь надышишь сама по себе. Что, Костя? Оль, здесь только одни вещи. Ага. Положи так в холодильник, Андрей. Она играет в холодильник? Катастрофа!
все. Блин, окна не открываются. Здесь никогда их не открывают. Да зачем? Мы же тут не будем сидеть. Не, ну вы здесь накурите, Юр, друг друга. Да, на улицу пойдем. Курить? Нет, ну ночью все равно будет холодно. А вино, Юра, ходила? На вино. Бусь, а то комары налетят, не надо. Вино нет, вино давай, хотела открыть. Хорошо, это просто все было закрыто. Откройте вино. Стопочки, тарелочки там, еще тарелочки вот там в это. Сумочка, в той горке. А стопор нет здесь? Стопор даже не знаешь. Смотрите, вот что у них есть. Икра. Так было, так что. Ёль! Вот что. Оль, ты теперь холодильник сними. Спасибо. Каким он был, каким он стал. Вот это лучше не открывать полку. Потому что у нее все повалится. В прессе видно? А, в двери чего? А что проверил? Да ты нет. А че твой? Кульком тебе звонит? Нет. Чуть Андрей был. Да Андрюк сам себе звонит. Не, это Гений звонит. Мы с Андреем влезаем в карман. Блин. Что бы надо? Мы звоним, они борцы. Как тебе не стыдно? Краденое золото. Ну. Левые телефоны. Ну. Андрей, а у меня еще много хороших идей. Да? Что-то я вспомнила и забыла. Пора есть его. Что ты хотела сказать? Смотри, как темнище, да? Почему? Он сгорел, не мог, потому что он... Аминь, нет, вот этот кусок попробуй. А, желтая кассета, у тебя с собой? Да. Ну, желтая моя такая кассета. Да, сними. Моя желтая кассета. У тебя была в машине. Есть. Ну, давай ее включим, ну, пожалуйста. Опа, с днем рождения. Да ну, так как у меня это было? Она! Это мы с тобой там были. А руки длинные, тогда возьмешь. Да, и вот что-нибудь. Yes. Ништячок. И что-нибудь. Вкус специфический. Такой. Настолько нет, водка. Там. Нет. Хотите. Что за ним ехидц он нам снимаешь? Наверное, цвет надо включить. А, кстати, нормально. Видно? А классно, да, Юр? Это кондикам ты купил вот это, Sony. Мне нравится, что телевизор. Охуенно вещь. Вот глазок. Ну, смотри, этот телевизор, да, стоит намного дешевле, чем этот CD-телевизор, да? На него, кстати, можно записать фильм на эту кассету и смотреть по этому экрану. Вот так делать нехуй мне. А если на ЛП поставить, там вообще полтора часа. Вот тебе тоже. Юр, ну что, давай бомбанем. Давай. А вино где? Ничего. Там есть цел. Ничего ты не стоит. Вот стоит, наверное. Нет, там еще стоял. На литре. Я продал. Руку протяни только левую. Ой, за 500 долларов. А купил? За 400. Купил за 409. А вина больше нету, да? Есть две бутылки еще. Ну что, давай? Здоровья тебе, там много. А, спасибо. Нет, стакан. Стакан. Обнос. Обнос. Ну, нос тогда давай. Спасибо.
Просто ошибись. Вон, молоко гантели, бля. Вот к ней пьем. Потом будем смотреть на память. На память. Кстати, Юра, а ты читал, у тебя на диске написано, ты на одном мне давал, что вот ты сейчас отснимаешь, сдаешь ее, и тебе на видео CD-диски делает ее. Это, знаешь что, Юра? Соседка приходила и сказала, просила это. Все отходы ей собрать. Да, 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 она уже нам сказала. Собака. Салат, наверное, надо выкидывать, да? Сейчас нет. Она с утра дедушку, знаешь, как пиздила. А чё? А тут забыл крючочек какой-то, этот, воду когда поднимает с колодца. На ведре крючочек, вот там он оставил. Колодцы, что ли? Да, а там следует. И завтракать. Алло. Здорово. А это Серега. Нет, Юра пришел вот. Давай, ты будешь? А-а. Давай, так где? Мы сейчас берем и звонит. Предлагает сейчас поехать. Они сюда через 20 минут приедут, взять шашлыки, поехать на озеро, искупаться там и оттуда прям домой. Как на это можешь? Да можем приехать. Поедем? Угу. Только этот слово второй на кухне. Нужно на кухне. Сейчас перенесу. Какая лохмотая. Блядь, сейчас колонку спихнем. Подними, ножку подними.
бабу Зою с Цитрамонину спросить. Ты ее тогда помогла, Цитрамонина. Может, спросить у нее сходить? Или у соседки, которые ее расписывают, у нее детей много. Они все больные. Цитрамон бьет. На Цитрамоне же. На бревнышке где-нибудь. Спасибо. Вы такие хорошие, добрые. Да вас знаю. Брату за ласку спасибо вам. Это здесь и пакеты, что ли, висят? Вот так не убрали. Ну так мы что, будем что-нибудь готовить? Или не будем? Если мы будем салат делать, или не будем? Я свеклу не взяла. Что-то картошка, колбаса, яйца, майонез. Огурцы. Все есть для этого. Ну, давайте, так же надо ставить. Они по телеку грудили. Они не могли даже просто отдать, понимаешь, мозги не палили. Надо срочно, блядь. А? Там мост сломали, ну 300 лет там стоял. Пиздец. Снесли. Они в домиках жили прямо на берегу моря. А то мост. Там в замке снимали макет. Там как раз мост, да. А потом на поломки. А кто все Сталин, можно больше не ездить. Древний мост поломали. Там, наверное, радугу. Они сами. Блюдки. Наоборот, они девятся. То, что эти литовцы, там вообще они там, не знают, бумеры. А там литовцы были в конце? Эстонцы. Местные были сами, где там эстонцы палаты? Я не буду. Третий раз говорю. Занят, Андрюх. Там вспотеем, сразу говорю. Андрей! А? Занят. Там протрезвение. Ну, еще что? Что значит, ты мне позвонишь? Нет, еще раз говорю, попробуйте. Еще раз пробуй. А, ну у них определителей нету, да, там на телефон?
Он знаешь, что-то как висит у меня 992. У тебя номер 992 ни разу не висит. Ну ты же на реку не едешь, что ли? Ну так, вы идите, вы нам мешаете. Ворон вообще занят. Тут хоть едь на приезд, а там на постоянно съем. Чего вы сидите, да, идите? Постоянно. Там защиты нет. Я тут защиту, почему на приезд? Чего вы сидите? Про телефон имеешь? Я сейчас возьму все. Ну идите, нам надо же на крыло. Ты на одном сидишь или на разном? На разном. Не обидно было. Да, жалко, что так сложилось. Все, это твое. А, нет. В общем, все в одну кладите и все. Там два вот. В одном. Плавки в полотенце, да? Берите вот это. Тебе Юрка плавки дала, где они? Да мы же ходили, нужны плавки, там народ тут нет. Все, давайте, идите. Нам мешаете. Что, поехали? Пойдем или поедем? Поедем. Да? С такой обидой сказал, поедем пешком. Блин, Оль, ну ты их собрала как на неделю. А еда где? Так. Стаканы надо одноразовые взять. Вот, берите и идите. Садись, шрапик. Ну а куда мне деть? Вот, короткий мест для купания. Там же специально откунем. Наши лица, эти траурные. Что, прав плохой? Да. А я уже понял. И довольны, давай еще. Знаешь, кому обмани, опс. Да. А хлеб сейчас порежем. И траву не взяли. Вроде все присмотрели, да, а самое главное, что ну, понятно, что будет. Сейчас никому не нужно. Вот это вырыто, не государственная компания. Вот так. Ну еще, ну что все будут пить? Мне интересно. И ночью будет у нас прямо сколько? 4. Ну, а потом придется еще ехать. Ну, съедем, стрел. А такой вот. Не, в принципе, вино сейчас, да, в облом. Да вот именно, Юр, съесть разработку. Да вот съесть. Конечно, Юр, все правильно. Дай, а ты можешь нам вино? Да, я съею все. Сиди с ним еще. У меня же документы там все. Такого. Посмотришь, с гастроном, ладно? С гастроном посмотрим. А после тебе так и съесть. Они будут брать водку, а ты скажешь, кому мне надо. А что, правда, съесть? А я тут спать. Блин, постоянно стоит дуть здесь, что ли? Да. Вот как раз вся хуйня летит. Пиздец. Поехали. Цветов не хватает. Поехали. Юр, да, поехали. А Юрки... Все, поехали. Сколько вот тебе? Нет, надо, во-первых, чтобы кто-то разобрал, а то опять левую будет. Надо каждого брать и... Ну, на месте будем проверять. В одну прям возьмите, ты прям там же вскройте. Ну, поехали. Ну, поехали, сам разберет. Тут, а если тут, тут. Что? Тебе все слышно? Ее заерошено есть так.
А тут про тебя написано. Ты в хит-параде. Называется колхозный банк. Хит-парад. А ты разверни. Надо лишь мечтать. Понятно. Юр, ну ты слышишь, а? Хорош, действительно. Сейчас. Бля, Юр, людей хотели снимать. Давай все, заканчивай. Вот твой бубнёж будет все время в камере, блин. Ну, все будут уссываться. Ну, уж надоело уже. Ползём как эти. К вечеру тут приедем. Я хочу купаться. Да, жопу глотаю. Все, рад. Вот приблизь надпись. Где вот все остальное? Вот дождь наколебал. Вот он, рок-клуб популярный, где я первый раз вышел на сцену. Тусовался. Тусовались, блин. Были времена, помню, около этой стенки стоим, мне сказали, окуливай, буду сейчас звезда растет. Да? А кто? Ну, еще в 88 году. Я там хоть подсал, они как чувствуют. Клево. А вот сектор газа. Вот оно. Родной. Ну, все дымит. Все что-то не дымит. Выходного. Вот он. И там ТЭЦ находится в секторе газа. Шинный ТЭЦ. Агрессивка. Вот, по-моему, рок-музыка. В этом заводе работал мой отец раньше. Это авиа? Да? Скажи, а? Скажи, как он называется? Авиа. Я забыл. Авиа. Не, авиационный там просто. А я что? Туда. А где они с мамой познакомились? Не помню. Это ламповый, по-моему. Да, что, он лампы делал? Угу. Они с матерью-то на каком заводе познакомились? Знаешь? А не знаю. Воронеж.
Ленинское водовлагалище. Здесь я жил до второго класса. Вот он, улица Героев Стратосферы. Сейчас дальше. Ну, магазин, вот он. Если туда, уворачивай. Вон там, там роддом. Метров 50 отсюда. Там я родился. Второй роддом. Это школа 41-я, я здесь учился в первом классе. Вот он. Ага. Ты здесь учился? Ага. А, до второго класса, да? Да. Ага. Далеко в школу ходил? Ну, не так далеко. Где-то? Вот по этой дороге и ходил. По этой? Да. Вот это кольцо, подвесной завод, где работали родители. Вон столовая, где мать работала, поедет. Так, пойдем дальше. Вот здесь, по этой дороге ездил гидроликаптер в Косыгино, приезжали. Да. Вот, по этой дороге они ехали, на ЗИЛ такой легковой. Вот, вот это здание центральное, сюда приезжали они, а мы вот здесь стояли, здесь. И ты здесь стоял? А, потому что вон мой дом. Вернем. Ты тот рыжий? Ага. Вот мой дом. Пошли, да? Ну, вот первый подъезд. Вот этот вот? Ага. А в каком этаже? Вот он. На третьем. Я почему-то на него и смотрю. Это спортзал. Сюда все время ходили. Я в теннис ходил. Вот это до боли знакомый места. Нет. Вот третье училище, брат учился. Вот здесь постоянно тусовался, лазил. Ага. Вот дворик. Вот здесь мы в хоккей играли, вот площадка. Угу. Вот он. Спортивный. Вот дом, вон там третий этаж. Вон балкон. Стой. На стринке. Так. Ага, вот он, балкон мой. Вот он. Вот он. Здесь все время тусовался на балконе. Детство. А, вот тут какой-то заводик стоим. И топился, блин, тут дерево обрабатывает. Вот, сейчас мы едем
к месту моего рождения. Вот оно, роддом. Заехали, второй. Заехали. Вот второй роддом, где я родился. Ну, не тут себя снимать. Да нет. А это кинотеатр «Родина». Я в кино с кем-нибудь ходил. Вот он, вот роддом. Мой драгоценный. Дом 57. Второй роддом. Вот это и вот. Да, это я вот именно маме. Именно выбирал. Какой-то, Они есть хоть, а салатик, Коль, быстро. Я сейчас помогу. Не надо, ничего не ничего надо. Ничего не помогать, сиди. Я на скорую сейчас борщичка, холодечку, мяско, помидорчик на скорую руку. Сюда, а завтра тогда будет борщ варить. Вот она, ты ей в душу так влезла, что... Не подожди в душу. Моя доченька. Да умничка, умничка. Жарко. Тут вечная духота-то. А сейчас везде погода, конечно. Ой, вообще. У нас дождика не было, шел только что дождик. Мы ехали на дачу был дождик. Давай. Юрий, сынок, дорогой, я тебе сказала, это за день, вот сегодня приедете, а вчера бы позвонили вечером, днем, вечером, мы завтра выезжаем. Да, она хотела борща сварить, настоящего борща. Да я завтра варю борща, то что настоящего. А это знаешь, дело в том, что у нас телефон был не за это, не заряжен, мы его сегодня зарядили и начали звонить, а вас уже не было. Сходим на сумку. А куда, куда? Магазин. Заводку? Да. Пусть бутылочку возьмет, и я-то хлеб возьмет. Да. Ну, деньги-то у меня есть. Да вот, да. Да, 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 да. А у нас что, денег нет? Вино. Да, деньги на вино. Сейчас сумку выключать. А какое вино? Сухое. А вино, пап, возьми сухое. И сухое вино. Белая. А я не понимаю. Надо мне идти. Олечка, ладно, я сходи, нет. Сходи, сама. И вот купи тогда. Хлеб, буханку, Олечка. Ладно, слышь, прямо. А я поняла, хлеб какой, белый, черный? Черный. Ну, какой вы едите? Черный хлеб, да, значит, да. А это бутылки и вино. И вишня, да. А я выйду, сам посмотрю. Надо сходить, я сама. Сейчас это ты один. А ты морду дашь в любому, да, вот. Морда, тут у него хоть потрясет. Плетет что? Ну, подвыпил он, не ледуха. Здесь так, собирай тобой что. Здесь прям пройдешь. Кваску не попьешь холодненько, не? Да, ну, вот отпью. Есть хочешь, помирает сейчас. Не заметила. А вот камера. Вот тут ты. Глянь, а, снимай. Привет. Нет, ты сказала бы, но правда. Это не после того, что планирует, да? Зачем пишешь, видишь, на кнопку нажал, да? Да. Не надо. Я хорошо понял, поставить пока никто это сам. Не туда мне поставить на ум. Ну, чтобы никто не заметил. Да, так, потихонечку. Раз, и тут идет вечеринка, она же снимает. А я, может, так даже поставить. Что такое? Что случилось? Да сними ты ее. Да сними, Лёнь.